Так, добрый день, дорогие зрители. Короче, смотрел я, решил почистить я компьютер, да, купил такой вот баллон с сжатым воздухом. Думал, сейчас я там пшикну, да, и прям у меня весь компьютер двумя пшиками выветрится. На самом деле я купил, и он, короче, в итоге я своими легкими выдуваю намного мощнее, чем вот это вот хрень. Короче, она стоит 300 рублей. Я истратил, короче, 80 на одну прочистку 80% баллона. Он ни хрена не выдувал, ни хрена не чистил. Короче, я не стал им пользоваться. Я выдул своими легкими ртом. Он как-то слабо дует, вот. У него слабый поток, может быть, это баллон такой, давление такое. Ну, короче, поток слабый. Не берите, не знаю, чистите чем-нибудь другим. Но, может быть, есть другие фирмы, которые чистят лучше, но это просто отвратительная хрень. Я чистил, чистил, ну, то есть я дул, 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 дул. И в итоге там все равно осталась пыль, пришлось легкими своими выдувать всю оставшуюся пыль. Короче, полное гумно. Не знаю, ищите другой выбор, но это прям какой-то хрень и дерьмо, и меня разочаровало. Все, всем спасибо.